Мне надо понять, как запрыгнуть на эти ветродуи. Вот, что мне надо. Ты поиски огонька. Пока ты ищешь поиск этого огонька, ты уже решишь все загадки. Вот в чем дело. Ветродуи были где-то в той степи. В той степи, в той стороне, для них, до них далеко. До них очень далеко. Соответственно, с этого плато мы никуда тут с вами не денемся, если только не полюбуемся на красивые виды. Да? Красота же. Любая природа красива, даже пустыня, даже безжизненная тундра. Все имеет свою красоту. Так, и все-таки, дай-ка я хотя бы, может, отсюда посмотрю на те ветродуи. Если я их увижу, конечно. Скорее всего, нет. Вот, потому как... Слушай, а теперь что делать? Теперь спускаться вот как-то так, очевидно. Вот. Потихонечку, не ломая ножки. Ну ладно, тогда в принципе смотри, что у нас по радарчику. По радарчику у нас все вопросы закрыты, кроме одной потерянной загадки, которая здесь находится, и звезды. Вот, я бегу к загадке. Она... По-моему, вон она. Ну, а со звездой надо что-то делать, да. Надо вести сюда какой-то луч. Надо как-то разбираться, как залететь туда на ветродуях. Музыка меняется тут, в этой местности. Ну, так загадочно. И у нас тут... А блок с вопросом, вопрос с блоком. Так, вот это тот блок, я так понимаю. Вопрос, вопросы, одни вопросы. Вопросов слишком много. Так, здесь. Ага, это подлеталка. Кубик, кубик. Короче, в конечном итоге мне надо сюда, очевидно, самому прилететь, да? Так, для этого мне надо где быть? Ну, очевидно, где-то на кубике. И гравицапа тоже должна быть здесь, да? Соответственно, эту надо открыть, чтобы принести сюда гравицапу. Кубик надо спустить вниз. Так, все правильно понимаю. Да, но как? Я брать не могу. Там внизу ничего нет. Может, так сойдет? Нет, так не сойдет. Кстати, да, гравицапа мне не обязательно сюда притаскивать. А вот кубик надо спустить. А вот как его спустить? Зачем нам тут вот это вот? Вот все вот это вот. Так, окей. Ну ладно, теоретически кубик я могу... Могу. Сюда. А, вот так он сюда придет. Хорошо, он придет сюда.
Я его спущу вниз. Ой, ну я же его все равно никак не пронесу. А, вентилятор. Так, я его спущу вниз, потом я его беру в руки. И мы все летим в далекое счастье, да? Я правильно понимаю? Подожди. Я должна понять, насколько это вообще реально. Потому что как только мы сюда вытащим куб, мы... А, фиг вам. На куб мне надо будет встать. Не, ну слушай, то самое, гравицапа, ты не права. Ты можешь как-то более низко сделать? Не, мне туда однозначно надо прилетать с кубом. Может, если он у меня будет в руках, он так подцепится и полетит, а мы за ним. Вот, и когда мы сюда прилетим, просто вниз его сбросить. Меня немножко смущает, что тут есть эта площадка, честно говоря. Вот, потом мы приносим гравицапу, прыгаем на кубик и летим туда. Как бы все понятно. Вот непонятно сейчас с этой частью. Да ладно, в конце концов. Давай просто делаем и все. А там нет, так нет, говорится. Так, куб прилетел. Куб прилетел. Вот сейчас будет минута, минута истины. Дай-ка я сразу от этого лица. Ну? Что будешь делать? А как-то прыгнуть? Гравиотвод он называется. Ну, гравицап. Так, хорошо. Подожди, я сам-то туда пройду. А может мне гравиат вот туда отправить вместе с кубиком? Было бы интересно. То есть ты сам не летишь по своему же, да, пути? Ребят, вот туда не полетит. А было бы очень здорово. Но, увы, увы. Остается только так. Но проблема в том, что как только я туда отправлю кубик, о, кубик-то полетел. А я остался, да? Ну и все. Финита ля комедия. Нет?
А почему надо сходить? Вот почему надо сходить? Че? Ну да, в этом вся и соль. Ну вот и все. Вот и все. И я сюда никак. Это бесит, эти условности игровые. Ну, а что я могу сделать еще? Я ведь его даже обратно, этот кубик дурацкий, не могу привезти. Он тут теперь... А! Ну тогда все просто. Все просто. Упс. О, да. Вот эти вот нюансы, что вот через какую-то дверь оно проходит. А вот через какую-то оно не проходит. Это вот, конечно, сводит с ума. Когда забываешь все этот список правил, вот оно и... Вот оно и получается. Войти в башню. Да войди же ты уже в башню. Не войду. У меня еще звезда. Долго у нас серия будет. Но что делать? Надо уже закончить. Итак, есть одна звезда. Она непростая. Она заковыристая. А вот. Потому как... У нас есть вот эти вот... Слушай, а оно там на крыше. И чем? У меня ни одного коннектора вообще на 1000 миль. Я даже не помню, в каких загадках был коннектор. О! О! А вот этого я не видела. Слушайте, значит ли это то, что я сюда должна вынести... Гравицапу, причем вынести ее отсюда. Либо... Все, я поняла. Я поняла, друзья, я поняла. Только хотела ругаться и шипеть, как я поняла. Блок с вопросом. Дай гравицапу. Я отсюда должна как-то зацепить эту штуку, да? Ну что, отправились в удивительное путешествие? Поехали! Вау! Нет, это было неправильно. Просто в сторону съехать. Вот. Нет, вы это... Да вас цеплять-то? Я ж даже не вижу, где вы там. Ну, на крыше этого здания, да-да, был кристалл, был. Где он был? Вот он был. Почему ты его не выбираешь, инвертор? А, это вообще, слушайте, эти звездные загадки. Охеревшие окончательно. Подожди, а че ты его не выбираешь? Ну вон же. Или что? Или почему ты не можешь это выбрать? Или что еще надо тут выбрать? Откуда? Я даже не вижу. Вот там нету у нас никаких этих коннекторов. Да и здесь тоже, по-моему, ничего нету. Я думала, что мы сейчас через эту щель отправимся куда-то.
Нет, вот для чего тут этот инвертор. Вот. Вот, зараза. Зараза, бери эту. Котина какая, а? Почему ты не берешь эту штуку? Где-то он цик-цик, а... Вот. Наконец-то. А он тут преломляется, да? Вот так не преломляется. Тихо, не дышать. Не дышать. Какой же на тебя надо дать свет? Ну, побежали по этой ниточке смотреть, какой дать свет на него. То ли зеленый, то ли красный. Давай искать, где это искать? Я уже не помню. Где у нас были? Были здесь у нас коннекторы? Да, были. Как говорится, есть, но не про вашу честь. Лезть за ними придется. И более того, я еще не уверена, что оно нам тут нужно. Так, подожди, где у нас висела штука? Вон. Да? Типа синий цвет мы туда можем дать, да? Он превратится в красный. Обычно всегда мы зеленые давали на звезды. Так, подожди, а что тут можно было сделать? Как мне туда можно было попасть? Ого, ты тут все закрылось. Попасть можно было вот так, да? Вроде как, да? И соединить вот это все. Положим эту, я увижу. Это мне не нужно, но мне нужен. Штука, которая там наверху. И дело в том, что штука, которая наверху, я ее практически отсюда не вижу. Вот она. Вот она. Давай.
пошло. Но звезда не сказала ах. А почему она не сказала ах? Да потому что это все не ах. Этого мало. Я более чем уверена, что нужен зеленый цвет. И вот те вот ветродуи, которые мы видели, они там не зря. А, скотина какая. Оно все-таки, видишь, что делает? Оно все-таки там упирается в эту скалу. Ты издеваешься, да? А, ну еще и сбросила связи. Хотите сказать, что мне сюда надо тащить что? Этот самый, как его, кубик, что ли? Не, ну это явно что-то не то. Это инвертор. Не, он явно должен брать не отсюда свет. Было так хорошо. Здесь вот такой есть бугорочек, вот куда он становится. Так, тюк-тюк-тюк-тюк. Но как только он включается, он сползает за раз. Ладно, пошли искать ветродуи и как-то решать с ними вопрос. Друзья, мы с вами увидимся через пару секунд для вас и вечность для меня. Мне кажется, я нашла путь, по которому можно дойти до ветродуя. Вот здесь вот. Паркур, конечно же. Вдруг, откуда ни возьмись, это стала очень сложная загадочка со звездочкой. Да. А забыли, да, забыли, что это всегда было сложно. Так, ну и куда? Я так предполагаю, что мы сейчас прыгнем туда, а потом туда, да? Поехали. Ага, и там у нас... штука, которая требует несколько цветов. Угу. Угу. У меня теперь внимание, вопрос. Я просто ее отсюда уношу. Это подарок богов. А я думала, что где я что тут подцеплю, блин. Ничего не подцеплю, это подарок. Так, подожди, а преобразователь Козе. Мне нужен синий. У нас есть синий. Оригинальный синий. У нас есть вот эта вот штука, которая преобразует синий в красный. Ага, только вот она синяя откуда? Никак не хочет брать оттуда. Значит ли это то, что мне придется... А, то есть, смотри, она оттуда будет мне сейчас спускать красный луч. Я должна буду взять синий. Это у меня вопрос, откуда?
И чтобы зеленый дать туда, на эту даму. Хорошо, предположим, это будет так. Это будет так. И это будет каким-то образом вот так. Эй, я не вытащу, да? Значит, ты должна будешь мне сделать так. И черт возьми, возьми же этот синий цвет. Скотобаза. Ну, пожалуйста, выбери его. Ну, не отсюда же. Ну, почему ты не можешь присесть? Почему ты не можешь ее туда просунуть? Так, вот где-то вот. Чирк. Но она падает. Понимаешь, в чем эта дрянь? Она падает. Она никак не проходит. А, подожди, а что она мне схватила? Она мне вообще не то схватила. Схватила кристальчик, который на горе, а не этот. Ну, как бы там ни было, это все равно низко. Это низко с вашей стороны, господин инвертор. Вот почему ты вот это не берешь? Почему ты не берешь вот эту? Чему? Вот, я на тебя навожу точкой. Что делает? Ну, я не вижу никакого другого способа, как только тащить сюда кубик. Наш друг кубик. Я не знаю, откуда его можно вытащить. Может, откуда-то и можно. Совершенно непонятно, что случилось, друзья. Я бегала в поисках того, где и как мне откинуть кубик. И когда я вышла из этого щеля, раздалось какое-то «О-о-о!». То есть то ли там землетрясение случилось, и этот коннектор куда-то упал, то ли еще что-то. Короче, вот сама недоумеваю, в чем там дело было. И почему оно так странно? Да, вот смотри. Теперь это... Да? Или оно там просто где-то скакануло, и на какой-то момент этот луч туда попал. Да, но в любом случае звезда там. Короче, это какая-то то ли баг, то ли еще что-то. Я посмотрю потом. Я обычно делаю, я смотрю у людей, кто уже это проходил, как они это проходили и что к чему. Ну да, ну да, нет, теоретически, наверное, можно сюда вытащить какой-то кубик. Действительно, сюда с ним пролезть. Ну,
Ну, очевидно, вот он, да, где-то он перескочил, и в процессе перескока, я ж не знаю почему, произошло какое-то вот соединение. Потому что, по большому счету, он должен, он просто обязан здесь соединиться. Для того это все окошко и есть. Черт, короче. Нет, надоело, мы идем забирать звезду. Просто я запись выключила, поскольку я там очень долго копалась с этим кубиком, пытаясь его выволочь из этой загадки, побежала к себе. Чистый философ получает в награду яд. Лицемер получает в награду власть. Не-не. Пойдем же в башню. Очень душнина. Душнина, даже, ну, интересно, да, было искать туда, как залезть на эти ветродуи. Как мне сейчас попасть наверх? Это туда. Как подсоединить все вот эти связи? Но вот это вот бороться с тем, что игра не продумана до конца, это не весело. Так, туда же ворота нет. Не находила я никаких артефактов, хотя я много бегала, мы с вами видели, да, даже звездочку нашли. Не звездочку, а огонек этого Прометея. Сколько их уже? 10 у нас. Но, опять же, как я и говорю, нет ни малейшего желания это все искать. Так. Сейчас у нас тут еще будет веселье новогоднее.
Да. Ну что ж, поехали. Не знаю, стоит ли мне еще тут осмотреться. Ну, честно говоря, что-то мне тут поднадоело, поднадоело, особенно звезда. Поехали, кто там нас встретит? Да. Весь мир как на ладони. И можно составить прямо карту. Я сейчас пробегаю, посмотрю, нету ли какого-нибудь такого особо хитрого уголка, где я не была. Вроде пока везде были. Такая прямо крепость, посмотри, да? Интересно, можно ли туда пробраться? Вот она ли... Ой, слушай, подожди, тут можно упасть. Офигеть, тут можно вообще свалиться. И наверняка убиться, потому что тут слишком... А нет, такие это структуры, они специально декорационные. Ага. Так, и куда нам? Еще выше? Еще выше. Офигеть. Да, в темный уголок, в темный уголок. Очень интересно. Прям вот правда напрашиваются вопросы, зачем все это? С каких целей? И еще выше. Земля, прощай, добрый путь. Кто тут у нас? Ну, судя по такому Олимпу, здесь должна быть точно Пандора. Да, она. Здравствуй. Философ Стратон из Тагира не чтил богов, а вместо того поверил в Прометея. Ведомый гордыней, он задавал вопросы, которые нельзя задавать, и раскрыл секреты, которые должны были остаться тайной. За эти преступления он был казнен жителями своего города. Видишь ли ты безумство его поступков? Погоня за истиной всегда оправдана, даже если за нее придется платить. Опасно говорить такое о Пандоре. Нет ничего глупого в стремлении к истине. Он ошибся только в выборе методов. По-моему, что-то уже было вот такое вот. Про выбор методов. Могу, он должен был уважать традиции, верования своего народа. Он был прав, глупо поступили люди. Могу, было глупо с его стороны отдать свою жизнь в погоне за правдой. Нет ничего глупого. Да, кому-то мы уже говорили про методы, и это не понравилось. Типа, а как еще? А какие еще методы? Ну, честно говоря, я тоже мало представляю, какие страты на чем мог методы. Ну, не надо было ходить и орать. Да. Всегда оправдано. Первое, очень опасный постулат, если на самом деле, как мне кажется, он самый верный. Но я боюсь сейчас за Байрона. Сейчас она скажет, а, ну ладно, хорошо, вот Байрон, вот жертва. Вот вам истина, отдайте мне Байрона. Поэтому я не хочу так говорить. Он был прав, глупо поступили люди. Ну да, с идиотами трудно бороться, так и есть. Традиции верования в жопу. Могу, было глупо с его стороны отдать свою жизнь в погоне за правдой. Тоже спорный. Давай скажем про методы.
Тогда скажи, каким методом он должен был прибегнуть? Обходительным. Ему стоило завербовать других тайно. Он должен был говорить аллегорически. Во. И не достиг бы ничего, кроме красивых слов, непонятных и перебранных тысячи глупцов. Что толку в истине, если ее некому понять? Подумай об этом, когда приблизишься к пламени. Ты говоришь так, но ведь целая империя построена на мечтах, лжи и иллюзиях. И где теперь все эти империи? Твоя правда, но мы не можем лгать себе вечно. И лучше бы они были возведены на фундаменте истины. Бывают вещи сны. Ну да, и где теперь все эти империи, построенные на лжи? Все. Прах и пепел их удел, да. Но неужели ты веришь, что мир, построенный на истине, будет жить иначе? Да, я верю. Думаю, что стоит попытаться. Я тоже так думала. Я... Нет, нет! Все потеряно. Ага, мы раскачали Пандору. Блин, друзья мои, это не Пандора, это Афина. На удивление спокойно прошло, учитывая, как агрессивно Пандора вела себя в прошлом. Не думал даже, что она заговорит с тобой. Я поиграла с мыслью, что эти сущности могут быть эпифеномами, то есть они не вызывают изменения в системе, а наоборот, реагируют на них. Да, и мы явно меняем эту систему. Конечно, на самом деле не надо было шутить с Сфинксом, называть Икара идиотом. Это... программа. Это программа. С программы шутить не стоит. Хочу посмотреть, куда луч у нас летит. Вот. Программа важна, чтобы... Ну, видим вообще луч-то отсюда? Нет? Может, ниже? Очень шумно. Ой, да ладно. Короче, все, друзья мои, уходим. Спускаемся. Вон он полетел, лучик. А мы с вами полетели в метро. И на третью южную станцию. Но сделаем это с вами уже в следующей серии. Я не знаю, какая длинная будет эта. Я постараюсь ее подрезать, потому что очень много пришлось бегать за всеми этими звездами. Тем не менее, огромное спасибо всем, кто ее посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.